Глинтвейн – это вкуснейший согревающий напиток, что делается на основе вина, красного или белого, с добавлением пряных специй и фруктов. Рассказываю, как приготовить глинтвейн классический. Есть разные вариации, как сделать этот ароматный напиток. Он очень популярен в холодное время года, особенно зимой. Этот напиток очень вкусный и ароматный. Готовится глинтвейн традиционно из красного сухого вина. Напиток к столу подают горячим, с кусочками цитрусовых. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Продукты и их количество, далее. Красное сухое вино, 750 мл, апельсин 1 штука, или грейпфрут, мед, 50 мл, гвоздика, 8 штук, бутон, корица, 2 штуки, палочки, анис, 2 штуки, звездочки, количество порций, 4-5. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Заходите снова.